Количество осадков минувшей зимой, уровень снежного покрова и влажность снега позволяют специалистам давать благоприятные прогнозы относительно прохождения весеннего половодья. Об этом было доложено на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На мой взгляд, большого паводка тоже не будет, потому что и эта неделя у нас днем плюс, ночью минус. Идет вымораживание влаги. Паводок начался у нас все-таки раньше, и он все-таки идет затяжной. Это плюс для паводка, все-таки вот эта ситуация, она лучше скажется на прохождение. Подготовку к паводку в плановом порядке ведут предприятия владельцы гидротехнических сооружений, экстренные и экологические службы. Уровень водохранилищ ниже нормативного подпорного. Свободный объем водоемов достаточный. Регламенты сброса воды согласованы. Непредвиденных ситуаций не возникало. У нас предстоит весенний паводок, вот поэтому традиционно комиссия по урезанном составе, значит, собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Посмотрели мы полностью по всем каскадам. Все полностью у нас, весь каскад готов. Вот все ГТС сегодня соответствуют тем требованиям, которые необходимы, поэтому мы готовы к весеннему паводку. Глава города обратил особое внимание на необходимость самого тесного взаимодействия, оперативной координации действий и своевременного обмена информацией всех заинтересованных сторон в Нижнем Тагиле и соседних муниципальных образованиях.